Приветищи, это Хаус Флиппер. Сегодня 1 апреля, никому не верь. Видосик должен будет выйти 3 апреля. И разработчики как раз постарались. Смотри, что они намутили. Вместо молота они замутили ружье, ё-моё! Ты прикинь, в симуляторе строителя появилась пушка! О, да! Ну что ты будешь делать? Дом, кстати, шикарный. Нет нормальных заказов, где можно пострелять из ружья. Поэтому я взял какой-то заказ, где нужно возвести стеночку. И эту стеночку мы с тобой расстреляем. Ва-а-а. Ух ты, крутые тачки. Ну-ка, что будет, если мы в них постреляем? Вот так вот, сдробашаем вообще по барабану на самом деле. Даже котик, кажется, колесо спустил, да? Ха, ты смотри, колеса спускаются. Да что ж такое-то, спустись. Круто, хоть колеса спускаются, уже радость. Пойдем посмотрим, где нам тут стеночки надо возвести. Вот тут вот так вот стеночку надо возвести. Бах, тропадак, вот так вот. Блин. О, как все летает, шикарно. Ну, конечно, не все. Это я преувеличу. Опс, кажется, я что-то сломал. Кажется, я сломал стенку не ту. Я вошел в раж. Дайте дорогу психу. Кажется, я немножечко увлекся. Теперь в этом доме вообще нет стенок. А мне нужно было буквально возвести всего лишь одну. Да, вот это кошера, сколько свободы. Двери, правда, валяются, может быть, их продать. Бардак, конечно, ужасный. Пришел я, значит, делать тут ремонт. Что, дверь не падает, я не понял. Дверь, упади! Вот так вот. Слушай, такое ощущение, что я играю в какой-то... А, вот где мне нужно было сделать стенку-то. Да, вот тут вот. Знаешь, такое ощущение, как будто я играю в какой-то экшон. Фу-фу-фу, надымел. Так, ну что, в принципе, я думаю, что можно начинать, да? А, ты посмотри, мы здесь не можем возвести. Стулья мешают. Надо бы их подвинуть, где мой дробик? Что-то слишком тяжелое дерево, не двигается. Тогда продадим. Стеночка моя строится у нас. Вот так вот, замечательно. О, кошерно все строится. Смотри-ка, у нас менюшечка изменилась. Вкачивай, значит, сильный трицепс. А также разборка быстрее на 50%. Стеночка 2, стеночка 3. Вот и стенку возвели. Мне кажется, или стенка что-то как-то кривовато идет. А, это пол, это все из-за пола. Долбаные предметы мешают мне возводить стенку. Сейчас мы их расстреляем. Плохо, что дроба не все берет. Значит, это продать надо, это продать. Что, что, вот это тоже продать? Все продать нафиг. Смотри, продать раздолбанную простреленную дверь — это аморально. Лучше этого не делать. Мне пишет мой персонаж. Да что ж такое-то? За кого я играю? Разнес пол хаты и говорит, что продать дверь — это аморально. Мне вот интересно, а примут ли мою работу? Учитывая, что пол квартиры просто в щепки. А, кстати, да, я же еще рублевый счет сделал. Вместо баксиков у нас теперь рубли отражается. Ты об этом просил в комментариях. Давай хотя бы чуть-чуть наведем красоту. Постелим ковер-кружочек. Давай также купим держатель для туалетной бумаги. Здесь, правда, туалета нет, но ничего страшного. Пусть оно тут будет. Сделаем приятненький сюрпризик хозяевам. Вот так вот его повесим, чтобы прям тянуться до него нужно было. Сразу же устанавливаем унитаз. Где унитаз, а где туалетная бумажка? Я просто гений злорадства. Душевая тоже установлена. И мне кажется, что в принципе из душевой будет намного удобнее тянуться до туалетной бумаги. Так что может туалет убрать? А здесь у нас что? Ванна. Я еще ни разу не устанавливал ванну. Надо бы это исправить. Ух ты, какая роскошная, большая. И я думаю, что надо бы в моем сарайчике тоже ванну как-нибудь поставить. Вуаля. Ванночка готова. Можно тут покупаться, все дела. Ну вот. Ванная комната готова. Не учитывая тот факт, что здесь закрывает батарею комод, вывалилась дверь. Кстати, я ее открыть могу. О, здорово. А, правда, я все равно не могу пролезть через нее. Ну ладно, что поделать. Это уже проблема хозяев. Мы вот так вот обойдем.
Здесь нам нужно убрать все картины. А также всю мебель. Четкий стульчик ставим вот сюда, чтобы он подпирал дверцу и никто сюда не мог зайти. Также все это дело баррикадируем вот таким макаром. А лучше сразу поставить здесь их несколько. Один вот так, другой вот так. Конечно же, разместим стол, за которым будет неудобно сидеть из-за того, что он стоит близко к стеллажам. Но зато по нему можно бегать. Все, все задания в этом доме завершены. Давай же завершим заказ. Мне даже денег заплатили. Просто хозяева еще не видели, что у них дома творится. У меня тут созрел коварный план продать свой сарай. Оказывается, я выяснил, что стены здесь нельзя снести, и построить новый дом тоже нельзя. Поэтому придется обделать этот сарай. Ну, в смысле, сделать, не обделать, а сделать этот сарай красивенько и продать как можно дороже. Давай посмотрим, сколько он стоит. Заходим в браузер. И здесь мы видим дома, которые мы можем купить. Ух ты, сгоревший дом можем купить и починить его. Круто, вот это следующая моя покупка. Но сейчас нам нужно продать свой имеющийся. Вот, мы можем его продать за 1 500 000. 20 квадратных метров. Давай попробуем его немножечко подделать и посмотреть, сколько он будет стоить чуть позже. Во-первых, я хочу расширить немножечко ванну. Для этого мы берем и ставим стеночку вот здесь, а также вот здесь. И теперь соединяем все это дело. Так, ну а теперь, чтобы нам не примахнуться, нам нужно поставить с тобой дверь. Какую дверь поставим мы себе в туалет? В принципе, я не прочь жалюзи просто замутить. Здесь какие-то скучные двери, кроме как вот такой вот стеклянной. Здесь больше ничего интересного и нет. Ладно, чё, будем ставить стеклянную. Вот так вот. Ну вот, теперь у нас есть огромное ванное помещение, куда мы можем разместить нашу шикарнейшую ванну. Но для этого нам нужно перенести душевую вот сюда. Душевую мы перенесли. Кстати, посмотри, что это у нас туалет? Он потек, что ли? Он какого-то странного цвета, он снизу. Или это тень так падает? Так, двери расположены не очень хорошо. Как-то совсем неудобняк. Надо бы как-нибудь вот это окно продать или перенести. Я не знаю, здесь можно продавать или нет. Давай попробуем пойти в магазин и посмотреть, продают ли вообще окна. Есть только окно экрана. Что это? А, вот такая штука. Ну, раз в магазине нет окон, значит, окна продавать и переносить здесь нельзя. Я так думаю. Если я не прав, то напиши мне в комментариях. Тогда нам необходимо эту стеночку немножечко перенести. Берем наш дробаш. О, да. Не думал, что дробаш мне пригодится у меня дома. Ну вот, получилось вот так вот. Единственное, только я щель еще сверху не заделал. А здесь у нас проем. Из-за того, что окно не перенести, не убрать, стеночку тут не поставить из-за карниза. Поэтому такой вот небольшой проемчик, ну знаешь, такой, для хранения всяких ведер, тряпочек, метлы и швабры. Ну все, теперь мы можем разместить здесь ванну. Готово. Вполне нормально дверка открывается здесь. Да. Здесь мы с тобой разместим, я думаю, стиральную машину. Стиралочка готова, осталось установить еще раковину. Не знаю, влезет она сюда или нет, но давай проверим. Ну вот, ванная готова, за исключением одного маленького нюанса. Нам необходимо здесь установить вентиляцию нормальную, вот эту штуку надо продать. И, конечно же, полотенцесушитель. Покупаем кондиционер, устанавливаем его вот здесь. Кондей готов. Полотенцесушитель мы разместим вот здесь, прямо над туалетом. Совсем забыл про держатель туалетной бумаги. Вот сюда его вешаем. Поскольку это ванная комната, нам необходимо сюда повешать жалюзи, чтобы закрыть это окно. Готово! Жалюзи есть. Кстати, забыл про зеркальце. Повесим его вот здесь. Кстати, не понял, почему в нем я вижу отражение своего ноутбука, если здесь у меня стенка стоит. Магическое зеркало. Оно показывает мне то, что творится у меня возле ноутбука. Ванная, раковина, зеркало, кондиционер, чтобы ванна не запотевала, хотя кто ставит кондиционер в ванной? А пофиг, это я поставил. Также жалюзи мы повесили, здесь у нас туалет, держатель туалетной бумаги, сушилка. Также вместили сюда душевую и стиралку. По-моему, все, что необходимо здесь есть. Компактненько и классненько. Ну вот, плитку выложили, положили на пол и уже стемнело. Кстати, насчет стемнело. Мы совсем забыли сделать с тобой в туалете свет. Кстати, дверь надо закрыть. О, галогенные лампы. А может быть их лучше купить несколько штук и воткнуть? Значит, ставим вот здесь и вот здесь. И также здесь. Стараемся делать все симметричненько. Теперь ставим выключатель. Выключатель-включатель. Поставим мы его вот сюда. Включаем. О, да, как это круто.
Вот это я профи, просто шикардос. Я бы себе такую ванну в реале тоже бы сделал. Если бы у меня был бы, конечно, сарай. Это продаем, дверку закрываем. Здесь нам тоже нужен светильничек. Вот так. Теперь намного все уютнее. Кстати, эта белая стенка, в принципе, неплохо смотрится. Наверное, я ее такую и оставлю. Давай же посмотрим, сколько наш домик теперь стоит. 1 500 000. То есть ты мне хочешь сейчас сказать, великий интернет, что я зря сейчас сделал себе крутую ванную комнату? Да пошел ты в пень! Пойду я лучше крышу покрашу. Расстройство на неделю. Столько денег вложил. Как прикольно светится мой дом в лунном свете. А где луна, кстати? Я не вижу, где луна? Такое ощущение, что он у меня не оранжевый, а красный какой-то, как помидор. Значит так, нам нужно вот это дело все докрасить. Для того, чтобы нам это покрасить, нам необходимо взять лесенку. Вот такая лесенка нам подойдет. Ставим сюда, пробуем залезть вот так. В принципе, должно получиться. О, да, получилось. Переносим нашу лесенку. Ну что, по-моему, просто сказка. Конфеточка, а не сарайчик. Можно назвать его полноценным домом. Ладно, что ж. Ух ты, у меня автоматический свет включается. Ничего себе, вот эти технологии. Придется мне тебя, сарайчик, продавать. Нужно двигаться дальше, расширяться. Да и вообще я хочу починить что-нибудь новенькое. Продаем наш сарай. О, смотри, здесь даже фоточки есть. Какой наш сарай был до моего ремонта. Знаешь, похоже, что я не могу его продать, пока не куплю себе новый дом. В принципе, это логично. Если меня выселят на улицу, я не смогу работать. Тогда давай вначале купим дом. Ну как дом? Сгоревший дом. Точнее, то, что от него осталось. За 1 900 000. Да, дела, конечно, в нем ужасны. Хочу тебе сказать, что мой сарайчик был намного уютнее, когда я в него заселился, чем вот этот сгоревший дом. Ой-ой-ой, туалет тут, конечно, вообще кошмар. Что ж, покупаем. Куплен новый дом. Хочешь переехать в него прямо сейчас? Конечно хочу, погнали! Покупать. С левой стороны можно увидеть иконки покупателей. Время от времени они будут комментировать твои действия. Обрати свое внимание на тех, которые наверху. Чем выше покупатель, тем больше он готов заплатить за этот дом. Окей, спасибо за новость. Ну что, вот он мой новый милый дом. Конечно, тут заросли адские. Куча всякой старой и высокой травы. Ужасные стенки дома обгоревшие. Кстати, у меня черный ход есть! Шикарно, давай зайдем. О, да, после пожара здесь жутковато. Просто капец. Адское одище, адское пекло, я бы сказал даже. Диванчик даже есть. Он, кстати, не пострадал, это неплохо. Выломано, а, нет, оно не выломано. Классное, слушай, место такое. Мне нравится. Как раз для бомж-стайла. Выходим. Огонь. Ну что, в следующей серии мы начнем обделывать... Да блин, почему обделывать? О, господи. Обустраивать наш дом. Тебе спасибо за просмотр. Если понравилось, тебе лайкос, комментос под видос. И, конечно же, подписочка, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующего крутого видоса. Ну, на этом я с тобой прощаюсь. Удачки тебе и покеда.